Всем привет, привет, Ютуб, солнечная Карина Проводи, блин, второй дубль, пишу, не записался первый. Кушают детки и родители, Симон. Вот, что я делаю? Я делаю чаек, София кое-куда пошла, потом вам расскажу. Очень классно, прям вообще встала я в настроение. Жизнь прекрасная и удивительная, потом вам расскажу, куда София пошла и что ей нужно забрать. Ой, интересно, догадаетесь в комментариях или нет? Интересно. И, кстати, почему кто-то написал, что зачем я вставляю видео девочек, которые типа там садят что-то там. Ну, не знаю, мне нравится, мне интересно. И многие тоже из подписчиков, я читала комментарии, написали, что типа им тоже нравится смотреть. Почему бы и нет? Почему такая реакция? Почему столько огней, столько злости? Каждый же делится тем, чем он наполнен. Почему? Ну ладно, сейчас. Сначала чаек. Сначала чаек. Очень этот чайник классный. Он держит очень хорошо тепло. На улице пасмурно. Это я просто протираю, потому что я утро начинаю с протирания поверхности. Что у меня кошки, естественно. Будет очень долго тепло держать. Красивый чайник я его брала на Амазоне. Как-то ссылку оставляла на него. Так, сейчас дети здесь доедят. У Саши лекция идет. Люди, спрашивающие, зачем вы садите так лук? Я так делаю уже 12 лет. Я не живу в Украине 12 лет. И уже поменяла третью страну. Вы знаете, почему у нас такой пучочек стоит? На евро это около 3 евро. Так что даже не спрашивайте, зачем. И он будет пустой, старый и невкусный. Это я называю на карантине. Это отсаженные от семян выросшие помидорчики. Они поедут к моей подружке Оле. Точнее, пойдут в соседний дом. Помидоры, черри, горшочки. Какой-то вид, по-моему, неапольские. Здесь другой вид, здесь один вид. Помидор берешь, нарезаешь кольцами, разлаживаешь сантиметра полтора сверху, и вот, пожалуйста. Переходим к жадности, точнее, zero waste. Салат, роман-салат. Когда-то ушел в салат на салат. И вот уже 12 сантиметров нового салата. Ест лук. Жадностью. Мариша, покажу свою грядочку. Здесь я посадила много лука. Буквально пару недель назад, поэтому он зашел еще не сильно. Здесь у меня чиз. По-русски не знаю, как называется, а это петрушка. Вот здесь побольше лука у меня. И это кустик лаврового листа. Через пару недель, думаю, уже будут пышные перья лука. Будут меня радовать. А здесь у меня грядочка с цветами. Посадила здесь анютины глазки, хризантемы, туя. Также у меня гвоздики. Ну и остальные цветы, правда, я их названия не знаю. Также у меня лаванда растет, розы. Всего понемножку.
Тоже решила попробовать у себя посадить так лук. Просто в землю и сверху насыпала обычных камней. Думала, так симпатичнее будет. Еще один вазончик Анютиных глазок у меня. И здесь у меня растет два кустика красной смородины и яблоня. Вокруг нее обычно весной летает много пчел, когда она цветет. Как-то так получилось. Зимой они у меня под лампой специальной. Сейчас тепло. Тут вот уже цветочки. Здесь укроп, петрушка недавно обрезанный, поэтому он такой. И есть еще вот такой перец острый. Скоро будет здесь очень много. Тоже высаженные дома. Вот такие они у меня. Привет. Привет из Сибири. Мне 38 лет, и вот опыт второй год высадки на балконе растений. Зимой они у меня под лампой специальной. Сейчас тепло, я выставила все на балкон. Это перчик, был куплен в магазине какой-то голландский, собрала семена, и вот он у меня взошел весь. Вот такой. Тут вот уже цветочки. Делаем бутик. Сыр президент, отрезаем его, он вот так вот выглядит, это я уже отрезала на любителя, как по мне немножко подванивает, но приходите, таких бутербродов вам нарежу в ресторане, я имею в виду, приходите, не ко мне. Вот все. Бутерброд сделан, чай сделан. Мне приятного аппетита. Детвора уже разбегается, уже наелись. Сейчас буду убирать у них в этом самом, в комнате. Девчонки говорят, покажите почаще, как котята играются. Ну, дело в том, что пока они просыпаются, ну, я же не могу сразу показывать, потому что я пока здесь уберу, вытряхну, все поменяю. Вот. Не успеваю, потому что они только-только-только поели, сейчас они наиграются. Я их уберу спать, и тогда начну пылесосить. Помните, к нам приезжала, ко мне в гости приезжала Марина с Олегом с Эстонии, да. И, в общем, она мне вот поздравляла с Пасхой и выслала фотку. Они купили кота Майкуна. Очень красивого. Кот обалденный, просто рыжий. И вот что-то с ней слово за слово, и она мне выслала ссылку на вот этот вот дом. Она покупала, выслала мне, говорит, на сайте Zoom, по-моему. И она мне, ну я не знаю, как теперь видео вставить эту ссылку, чтобы вам показать, потому что многие спрашивали за вот этот вот дом. Вот, я подумаю, как это сделать. Ну, в общем, она мне ссылку... Мариша, если ты меня смотришь, напиши мне в комментариях, я твой комментарий закреплю ссылкой на вот этот вот дом. Так, наверное, будет правильнее всего. Вот, потому что девчонки спрашивали, и, в общем, я обязательно вышлю. Так, что касается женщины, которая написала, что я тупая, выгляжу глупее еще, чем я на самом деле, когда рассказываю что-то об Италии. Я рассказываю свои мысли. Посмотрите, что сделали. Завалили елку. Детвора. Я рассказываю то, что было. Я ничего не придумываю. Так что не надо мне. Как можно было сдвинуть елку? Утро начинается всегда с уборки. Нужно оно вам, не нужно. Вот как-то же они ее сдвинули, эту елку. Да, Кика? Все думали, что ты и Бакс одно и то же лицо. Что, малявочки? Сейчас, Маруся, пойдем мыть глаза. Вот она моя красуня. Красивущая.
И блондинка с Сашей на кровати делает этот. Сашка, у нее лекция. Ты играть хочешь? Ты хочешь играть? У нее лекция, а у Саши... Она залезла к ней на кровать и спит. Красивые у меня кошки. Кто бы что ни говорил. Кошки у меня бомбовские просто. Просто, видите, все, он уже окреплел. Он ходит, эта девочка, вот это ходит он в туалет, они уже туда бегают, кошакам взрослым. Но здесь на ночь все равно им ставлю. Покажите, как они играют. Ну вот. Просто что надо сначала везде убрать, потом уже заниматься ими. Мальчик, очень крупный мальчик, красивый. София должна еще привезти, она должна в аптеку зайти купить себе пасту. Девочки посоветовали какую, но она спросит еще в этом самом, какую пасту лучше купить, чтобы десна не кровоточили. И купит им еще раз, сейчас надо написать, чтобы купила не одну, а две бутылки для промывания глаза котикам. Я говорила, да, что у меня большие коты взрослые активировались, когда вот малявки появились, активировали, стали играть. Так, девчонки, я им еще хвосты не мыла, поэтому если что-то где-то... Хвосты у нас еще не мытые. Ты красивая такая. Ну какая ты красивая все-таки, а? И нос надо чистить. Так, ладненько, что я делаю? Симочка, ты воздушные ванны принимаешь. Сейчас надо снять все это белье. У нас дождик был. Там все в ромашках, все в ромашках, маргаритках, в этих самых мелких. Так, ну что, туалет я помыла уже, ванную комнату я помыла. Сейчас мне коридор. Коридор. А что я сказала, коридор, что вы там написали в этих документах, в сообщениях? Я вчера разговаривала с Карлом, говорю, можешь собаку одолжить? Он такой, да, да, могу, только не Байкала, а Киру могу привезти. А потом, не-не-не, не привезу, меня оштрафуют, оштрафовали типа семью на 550 евро, которые везли ребенка на проверку после операции. Вот, и говорит, не-не-не, поеду. Потом, я же тебе сколько раз просил, когда мне надо было, ты мне говорила, нет, а теперь собаку возьмешь, ну типа, чтобы выгуливать ее. Я говорю, да ладно, я шучу, конечно, куда мне такая огромная собака, мне маленькая нужна. Ну, в общем, играются. Девчонки играются между собой. Играются. Очень живчики. Они только что вот покушали, поели. Котятки живые, хорошие. Ну, живые в том плане, что живчики такие они. Я их пока в домике не закрываю. Но я там уже убрала, у них все приготовила к сну. Сейчас они поели, сейчас они наиграются. И все, и будут дрыхнуть. Я как раз здесь уберу. Тоже девчонки писали, говорят, Марина, у вас же коврик не старый, чего? Ну как, он, понимаете, он прорезиновый, он резиновый, видите, резина здесь. И когтями, когда они ложатся на пол, они когтями подтягивались и сделали дырки. То есть, если покупать ковер, ковер надо покупать такой мощный. Вот, ну да, сколько он у меня получается, год. Ничего страшного, он стирается хорошо, я его сейчас не снимаю, потому что им будет холодно все равно бегать. Без ковра по полу, они скользить будут. Пусть уже лежит, я его постираю просто и буду его держать, допустим, когда у меня будут маленькие котята. А на время, когда котят не будет, то могу купить нормальный ковер другой. Но сейчас не до этого, сейчас, девчонки, не до ковра, я вам говорю. Сейчас не до ковра, потому что не знаете, что дальше будет. О, как мне весело с ними. То моя Халёся, иди гуляйся, иди. Я сижу, мне надо помыть, пока Саша занимается кухней. Такие морды красивые, прям вообще насмотреться не могу. Я люблю рыжих котов, это самая моя любимая расцветка, это рыжие коты. Филипп, что ты текаешь? Хотя правильно, да, глаза сейчас пойдем мыть. Иди сюда, Филечка, иди, мой мальчик хороший. Вот так, между собой. О, боже, что я снимаю.
Филипп вообще не может понять, откуда эти дети взялись. Что это за общество, которое бегает. Филя, это их папа получается. Сейчас я им закажу, там я им домик присмотрела маленький для котиков. Не знаю, когда придет, сейчас я посмотрю, по, если придет очень, ну там аж в июле некоторые на Амазоне доходят посылки, тогда брать не буду. А так можно было бы взять. Что, машинка у меня, слышите, работает. Что я стираю? Я стираю коврик из ванной комнаты, я стираю коврик из детского манежа. Вот, и коврик кошачий, где у них еда стояла на кухне. Я все это на быстрой стирке. Наверное, водичку ищет, а я водичку еще не поставила. Симон, получается, это их дедушка. Он получается и дедушка. Девочки, я могу часами сидеть смотреть. Я не знаю, это такое няшное. Это няшки, девочки. Это сейчас такой интересный возраст. Они уже меньше пачкаться начинают. Уже чистенькие более-менее. Но мы все равно, конечно, моем. Там и хвостики, и лапки моем к вечеру. Ну, если нет необходимости в течение дня. Но на это можно смотреть вечно. Вот сидишь и смотришь, они такие малые, такие няшные, такие хорошие. А? Так сяду и сижу, да? Дела стоят. Там тоже женщина написала одна. Говорит, что это такое? Говорит, вы что, сами ссылки не можете найти? Говорит, дала, говорит, это... Задание, так это что, подписчики должны вам ссылки искать? Ходит, говорит, из комнаты в комнату, с кухни в коридор, говорит, что это самое, ходит, говорит, что нет времени, такая занята, говорит, нет времени самой ссылки найти за планшет. Боже мой, что ж вы так нервничаете? Это знаете, как на Фейсбуке прочитала, не знаю, кто сказал, может, чья-то цитата, тень, Сим, твоя внучка, что типа, говорит, сосед взял, говорит, ведро, с навозом, говорит, пошел, говорит, и вылил на дверь соседа. А другой сосед, говорит, взял, пошел, говорит, яблок набрал и поставил этому соседу ведро с яблоками. А внук говорит, дедушка, а что ж ты это? Он тебе говно, а ты ему яблоки. Он говорит, каждый делится тем, чем может. Ну и так вот. И вы тоже. Чего вы... Я... Ну ладно, все, давайте не будем на эту тему, уже 100 раз спрашивала, все равно будете. Я понимаю, чего вы сидите. Красивая ты, покажись. Покажись, какая красивая. Ну, посмотрите, как эта рожа может быть некрасивой. Ну, как? М-м-м-м. Так, все. Так, все, ладно, сейчас мне надо пол здесь протереть. Я уже здесь окно открыла, чтобы проветривалось хорошо, пока Саша занимается. Что еще хотела сказать? Смотрите, вот вы... Что? Опс, переключаемся. Здоровайся со всеми. Привет. Что, закончилось уже? Алюна, кюре дофире. А. Сейчас я ее это самое отнесу в домик. Но оно тут кари, дай мне к вам. Да, я смотрю лук свой. Вот же нет, завтра пойдем делать покупки. Надо сегодня написать, что нам надо на салат оливье сделаем, на салат русса. Саша хочет сделать. Саша будет делать тирамису мне на день рождения. Вставай, давай кровати снимем, пока Софи нет, уберемся, чтобы на мой день рождения не убирать. Давай. Собери там вещи, опять Кика вытащила. Капец, это все Кика сюда залазит, да? И это она все высовывает, они потом шерсти, фу, я даже не хочу нервничать. Это у меня, чтобы вывесить, а это чтобы полы помыть. Девочки, смотрите, сейчас вам покажу. Вот кто писал, что ромашку, да, надо выдрать, и она здесь вообще как-то не смотрится. Вот смотрите, это специально вам ответила природа. Если вот эта вот вся солнечная сторона закрыта, видите, бутончики все закрыты. А вот здесь, посмотрите, ромашка раскрылась.
солнышко с той стороны, но ромашка раскрылась, потому что я солнышко, она ко мне, меня отблагодарила, что я ее пересадила, не выкинула, что я ее удобряю. Первые цветочки она раскрыла в мою сторону, естественно, в вашу сторону, чтобы вам показать, что вот она вам ответила. Зачем меня выкидывать, если я в первую очередь радую своего хозяина? Потому что там солнечная сторона, и там одни бутончики пока. И вот она развернулась сюда и сказала, вот я своему хозяину первому, первые плоды, первые цветочки. И для вас вот. Если вы купите такой цветок, все, он у вас уже пожизненно будет. Я же говорю, там уже прям ствол целый, там уже... Просто подстригать ее надо, и все. Все, девочки, всем пока-пока, хорошего дня, хорошего настроения. Я быстренько, пока мне надо разобраться, убраться. Вот, и я голову помылась, если мне надо волосы уложить. И все такое. Погода у нас вот такая вот. Вчера дождик был. Интересно, здесь розочки раскроются или нет. Все, девчули, всем пока-пока.